Начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности города Хасавюрт Мавлид Паша Алиев провел награждение почетными грамотами за неоценимый вклад, добросовестный труд и активную личную позицию работников, принимавших активное участие в мероприятиях, проводимых данной структурой. В число лиц, предоставленных награде, вошли не только сотрудники управления, но и участники различных управлений и ведомств, таких как депутат городского собрания Ахмед Курбанов, начальник управления образования Руслан Ибракимов, Идрис Джасуев, заместитель директора МУП ХАС Благоустройства, диспетчер ОАО «Горводоканал» Шарифедин Самедов, главный инженер управления коммунального хозяйства Султан Паша Саидов и другие.